Когда пришел в газету я, была любовь, была семья, священный трепет и святые перспективы. Я ездил в дальние края, когда вы были там, где я, не все из вас по возвращению были бы живы. Когда пришел в газету я, она была моя, твоя, роднее, чем первая семья, ничем вторая. И говорил я, не тая, мой репортаж, моя статья, мол, прочитай, я тут почти не привираю. Когда пришел в газету я, как было весело, друзья, какие люди были здесь, а секретарши трудолюбивей муравья. Все дни работал, с ними я работал я, пока они не стали старше. Когда пришел в газету я, мне говорил, советуя, член редколлегии, редактор по отделу. Он говорил, статья твоя хоть не изменит ничего, но в перспективе ты помог святому делу. И вот минуло 10 лет, газета есть, а счастья нет, и в свой отдельный кабинет шагаешь хмуро. Все разговоры тет-а-тет, а коллективок сгинул след, коли не покажет фильм отдел литературы. И вот когда сидишь в кино, и все вокруг темным-темно, вдруг понимаешь, что давно ты влип во что-то, что ни семьи и ни любви, лишь руки в краске, как в крови, да на ротации оно твоя работа. И ни семьи, и ни любви, лишь руки в краске, как в крови, да на ротации оно твоя работа.